кое-что обнаружили. Только вы сумеете в этом разобраться. О, Господи. Лет я готовил нас к этому дню. Мы внедрили их технологии, чтобы усилить нашу мощь. Но этого недостаточно. Они приходят во сне. Они возвращаются. Сегодня вы вновь встанете на защиту нашей свободы. Не от гнета рабства и тирании, а от полного уничтожения. И если мы победим, 4 июля станет не только американским праздником. Он войдет в историю как день, когда весь мир сказал: мы не сдадимся без боя. Мы будем бороться до последнего. Назад! Мы будем жить! Чего?